первый раз проходит в Крыму, первая профессиональная конференция для мастеров по эпиляции. Расскажите, что вас двигает, что вдохновляет, почему решили создать такую конференцию? Ну, во-первых, мы хотели собрать всех мастеров Крыма, и не только Крыма, для того, чтобы они приехали и прокачали свои навыки в сфере маркетинга, бизнеса, эпиляции. К нам приехали самые лучшие из лучших мастера в сфере эпиляции со всех уголков России, которые сегодня щедро делились своими фишками, навыками вот из этой сферы, из своего личного опыта с нашими крымскими мастерами. Сейчас очень важно понять, что клиент, во-первых, стоит определенную сумму денег, и что за эту сумму денег вам важно вложить деньги, либо свое участие. Что не просто клиент пришел, и ты его обслуживаешь, а то, что ты ему должен дать чуть-чуть больше. Вот это вот моя миссия, мой такой слоган, что временно чуть-чуть больше есть всегда. Расскажите, чем будете делиться сегодня со всеми участниками конференции? Итак, моя тема – это мастер или клиент, кто виноват. И сегодня мы поговорим обо всех сложностях, реакциях, последствиях после процедуры шугаринга, о том, что является их источником и чья это вина мастера или клиента. А каков будет итог, узнаем в конце моего выступления. Почему решили сегодня быть здесь вместе со всеми мастерами развиваться? Во-первых, мне очень понравилась тема конференции. Для меня очень актуальна сейчас. А второе, то, что я влюбилась в Крым. Мы в прошлом году первый раз с семьей приехали. И я решила еще раз сюда приехать. Совпало две моих больших любви. Любовь к Крыму и любовь к шугарингу, к эпиляции. И поехала специально на конференцию и немного сопоставила планы свои на отдых. На самом деле не думала, что будет так познавательно. Очень интересные спикеры, интересные темы затрагивают, отвечают на все вопросы интересующие, поэтому классно. Скажите, как вам вообще конференция? Это первое такое событие для мастеров по эпиляции. Как ваши впечатления? Впечатления прекрасные. Депиляцией занимаюсь 16 лет. И, конечно же, уже пройдя такой этап, очень радует, что наш Крым наконец-то стал развиваться, что приехали спикеры из разных городов. И, конечно, все на высшем уровне. Очень рада, что попала на эту конференцию, прям очень рада, у меня эмоции прям переполняют. Хочу сказать, что я тоже с большим опытом работы, 11 лет работаю, и я просто завидую девчонкам, которые недавно начали себя в этой индустрии красоты, и я им завидую по-хорошему, потому что они сейчас получают такую информацию, которую я получала просто по граммам в один день, столько информации разноплановой на все темы, какие только возможны. На мероприятии, которое проводит и организовала Света, я уже второй раз, я была на чемпионате по эпиляции. Я пришла именно для того, чтобы поглощать больше новой и полезной информации. Отличные спикеры, я очень довольна, что я сюда приехала, не жалею ни капельки.